Чуть больше 2 месяцев остается до самого ожидаемого события – 19-го фестиваля молодежи и студенчества. Подготовка идет полным ходом. Списки участников от каждого региона еще в стадии утверждения. У нас есть квота, которая должна быть занята – это 100 человек. 20 человек у нас запасных. Пока еще нет утвержденных в настоящее время до конца списков. Но отбор был очень высокий – больше 1200 человек. По уровню конкурса за место в списке Нижегородская область заняла 2-е место в стране. Это говорит лишь об одном – молодежь активная и хочет участвовать в таких масштабных событиях. Также Нижегородская область готовит свой стенд, свои павильоны в Сочи, чтобы достойно представить в рамках культурной программы Нижегородскую область. И молодежь уже распределилась по площадкам, по тематикам в самом фестивале. Часть программы фестиваля еще не обнародована, и вероятные участники находятся в приятном предвкушении. Ключевое событие – приезд на фестиваль президента России Владимира Путина. Словом, событие грандиозное. Осталось найти себя в списках.